Бокер топ, лежан хок лезель парашат, ахаремот лоем хамиши на четверг. Мы прошли Тора Навим Ктувим. И без рата шем мы пройдем с вами Мишнайот, Гмара и дальше. Я рисую, что дверей Тора Лейн Мишмат. Колин Феми Хурамар Мурдахай Бен Тамара, Схата Мес Руфа, Тамес Руфа, Шамаха Эстера Бат Тамара, Ривка Бат Сара, Ривка Лариса Бат Шура, Мегам Матфея Бен Ахарон. То я рисую всему еврейскому народу, что Всевышний дал скорейшее выздоровление. Говорит Мишна, это трактат Хулин, глава 2. Ашохет эхад баов, ушнаим ба бехема шехитато кшера. Шохет, который режет. Изначально желательно, чтобы он перерезал и пищевод, и трахею. Оба знака, оба симаним, это называется, для того, чтобы проводить воздух и еду, и пищу. Шехитато кшера. Но если он порезал всего лишь или пищевод, или трахею у курицы. И пищевод и трахею у животного, животное и курица кошерная. То есть у животного нужно зарезать два, перерезать знака, а у курицы достаточно один. Веру больше лехат камогу. Если же он перерезал у курицы не весь пищевод, или не всю трахею, а больше половины, говорит Аллаха, как будто перерезал полностью. Гмара объясняет, сколько это больше половины, даже толщиной на один волос. 50.00001 перерезал, как будто весь порезал. Все равно, ну и что? Верубоши лехат камуху. Раби Иуда умер, а чишхот это вредин. Раби Иуда говорит, когда будет курица кошерная, если он перерезал, только тогда, когда он перерезал курицы не только пищевод и трахею, но и вены тоже. Вены, которые идут к голове. Почему? Потому что очень часто бывает, что курицу готовят полностью, целой. Поэтому тогда кровь в ней останется. Те другие части животных, которые мы режем по частям, мы их засолили или мы их пожарили на огне, там, где порезали, кровь выйдет оттуда. А если здесь он перерезал только пищевод и трахею, откуда кровь выйдет? Поэтому говорит Раби Иуда, это мнение Раби Иуда, что нужно порезать и эти вены тоже. Но если он потом разрезал эту курицу по частям, тоже нет проблем. Дальше. Хаци эхад баов эхад вахеци бабехема шехитато песула. Дальше говорит Мишна. Если он порезал половину трахеи у курицы, или половину пищевода, и полтора, то есть весь пищевод и пол трахеи, или наоборот, у животного это животное не кошерное. Ров, эхад баов, ров, шнайм бабехемашек, это только шера. И как мы сказали, что больше половины пищевода или трахеи у курицы и больше полторы у животного, то есть и пищевод или трахею порезал больше по половине, тогда это животное кошерное. Вторая мишна. Ашхачный рашин, кехачка, только шера. Человек, который порезал, положил две коровы рядом и порезал две вместе. Кошерная шхита или нет? Если правильно порезал, кошерная. Шнаим, охазин, бисакин, мишохатина, филу, эхад лемала, эхад лемата, шхита там кшера. То же самое. Два человека держатся за нож. Один с одной стороны, один с другой. И даже если один выше другого, все то время, как они, если режут правильно, это кошерная шхита. Третья мишна. Хитиз это рож беватехат песура. Если он нажал ножом так, что перерезал эти два симана, то есть он не вел туда-сюда, ударил. Это не кошерная, пасуль. А я, почему нужно резать? Взад, вперед. Дальше. А я шохед, вит из это рож, беват эхад. И меч пасакин мелот савар. Кешера. Если он резал и одним ударом, или вперед, не удар это, одним движением вперед или назад он зарезал то, что нужно было зарезать, это животное кошерное при условии, что у ножа есть длина вдвое шире, чем эта шея. То есть если шея 20 сантиметров, то нож должен быть 40 для того, чтобы в одном движении это животное сделать кошерным. То есть достаточно длина лезвия должна быть, чтобы это было именно перерезано, а не отрублено. Не-не, мы сейчас скажем. Но, говорит Мишна,
אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה. היה שוחט והטיס שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשרה. רזל הפץ, פסבל דבר ז'וודנך אלי דבי פטיצי סרזו, и порезал ножом за один раз в одном движении вперед или назад, если там есть, опять же, на одну шею больше, то есть две шеи по 20 сантиметров, это 40, плюс еще одна шея, еще 20, 60, если есть там 60 сантиметров, то его резка кошерная даже за один раз. Но говорит дальше Мишна, когда это все условия? במה דברים אמורים? בזמן שהולך ולא הביא, או הביא ולא הולך, אבל אם הולך והביא אפילו כלשהו, אפילו באזמל כשרה. Все эти условия, что ножик должен быть длинным, это когда человек хочет зарезать в одном движении. Или вперед, или назад. Но если он ведет назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, любой нож, даже короткий, как медицинский скальпель, он кошерный. И можно туда-сюда вести. Главное, чтобы перерезать спокойно это пищевод и трахею. Да. Хоть сколько. Главное, чтобы это было без остановки. Да. Тоже... Костей не дошел, да? И кости тоже дойдет, тоже нет проблем. Дальше. Главное, чтобы ножик не испортился. Чтобы заусенец не появился. Дальше. Нафла сакин вешахат афаль пиши шахата кедарка весула. Лежало животное, упал ножик из рук шохета. И перерезал все как надо. Кошерное животное или нет? Не кошерное. Почему написано в Торе? Шенеймар, везабахта веахальта. И зарежешь, и будешь кушать. Машата зовех атаухель. То, что ты зарезал сам, своей силой, своими руками. Он же зарезал. Тогда нож упал. Он не порезал его. Нож упал, и нож сам его порезал. Тогда это не кошерное. Дальше. Но, говорит Мишна, נפלה סכין והגביהן, נפלו עליו כלה והגביהן, השחיז את הסכין ואף, ובא חברו ושחט, אם שהה כדי שחיטתו, כדי שחיטה פסולה. רבי שמעון אומר, אם שהה כדי ביקור, ציפר. גם, תורש תמוס סקזלי, שתו יש לי נוש גופל סם, אלי סטייל נסטלי ופל נוש, תגדה את השבועות נקשה, נו יש לי צ'ק זל, איברוסיל נוש. И зарезал как надо, так как это было от силы человека, это животное будет кошерным. Но, говорит дальше Мишна, человек резал, упал нож из его рук. Он поднял его и дорезал. Или он резал, и часть одежды с него упала, и он замешкался. И он поднял. Или он точил нож, и он устал, начал резать, устал, пришел другой и дорезал. Уваха веровышахат. Потом пришел, как мы сказали, другой человек. Один начал резать, не дорезал. Взял второй и порезал. Кошерно или нет? Нет. Теперь. Это называется шия. Им шаха. Где шехита? Если прошло время между тем, что он остановился резать, и второй взял и дорезал, достаточное, чтобы зарезать животное, то тогда уже это, он будет не кошерным. Да, допустим, что животное нужно зарезать, сколько занимает? 2 секунды. А упал нож, и пока другой поднял, зарезал, прошла всего лишь 1 секунда, то Мишна говорит, что это животное еще кошерное. Не успеет. А теперь, Песура. Раби Шимон омер им шага где бику. Раби Шимон говорит, не нужно, чтобы вот именно такое короткое время. А, сколько времени? Времени достаточно для проверки ножа. Это чуть-чуть больше времени, поэтому говорит Мишна именно так. То есть, ну, в Алахе там другой закон, ашкеназим говорят, что мы не знаем, сколько времени, вообще даже полсекунды прошло уже не кошерно, называется шехия это. Но у сфарадим есть другой закон, что есть даже мнение, которое говорит, что нужно время достаточно, чтобы свалить животное, завязать и зарезать. Это не так много, и барана, например, как они валят, берут за 2 задние ноги, повалили, держит 1, 2 режет, тоже несколько секунд. 4-я мишна. שחד את הוושת ופסק את הגרגרת, ופסק את הגרגרת, או שחד את הגרגרת ופסק את הוושת, או שחד אחד מהם ימתין לה עד שמתה, או שהחליט את הסכין תחת השני. ופסקו רבי ישבב, אומר נבלה. ציפר. צ'לווקה תורי זרזל פישיבות, לא נזרזל טרחיו. אוניו сделал, то есть порезал пищевод, а трахею потом порвал. То есть, допустим, появился заусенец на ноже,
уже не даже он порезал, не считается, что он его зарезал, а считается, что он его порвал. Так, он зарезал или пищевод, трахею порвал, или наоборот. Или, что он сделал, раньше нужна была людям шкура, чтобы она была цельная. Что они сделали? Делали маленький надрез на коже, потом заносили ножик внутрь и так резали. Так человек сделал. Не видит, что он режет. Засунул этот нож под один из этих знаков, или пищевод, или трахею. Порезал не сверху вниз, а снизу вверх. Можно так, да? Нельзя. Хлит это сакин, таха ташини, уфсако. И порезал, и порезал его. Раби Ешивав умер невела. Теперь это животное не кошерное. Раби Ешивав говорит, это животное называется невела. Падаль, как будто она умерла. Куда шло, куда? Раби Акива умер терефа. Раби, теперь, Раби Акива говорит, что это терефа. Не невела, а терефа. Ну какая разница? И это кушать нельзя, и это кушать нельзя. Если животное терефа, то оно не оскверняет дотронувшегося до него человека. Если животное невела, то она оскверняет его. И коэн не имеет права это животное трогать и переносить. Даже сегодня. Поэтому теперь, даже говорит Мишна, Лаламар Раби Ешивав, Мишум Раби Йошуа. Такое правило сказал Раби Ешивав со слов Раби Йошуа. Кольше не всела бишхитата невела. Если животное было нормальным, но оно испортилось во время шхиты, это животное называется невела и оскверняет. Кольше шхитата керауи. Ведавар ахер гарам ла липасель терефа веудалу Раби Акива. Дальше он говорит. Но если животное зарезали как надо, потом проверили легкие, или живот, или еще что-то. И по этой причине это стало животное некошерным. В этом случае это животное терефа. Терефа. То есть, терефа это от Бога, невела это получается от человека. Теперь Раби Акива, потом Раби Акива согласился с Раби Ешивав, что животное, которое некошерно из-за внутренних болезней, она терефа, а если зарезали неправильно, умерла, она невела. Продают Гоя. Что с ним делал? Была история, был Шохет, который продавал некошерное мясо, как кошерное. И он умер прямо перед Йом-Кипуром. Залез на крышу, перед Йом-Кипуром, на трапезе выпил, упал и разбился. Пришли, и уже Кипур начался. Пришли собаки и стали его кушать. Пришли ученики к Равину, я не помню имя, Раби Пинхас, по-моему, было это, Раби Пинхас бен Эйр. Гмара говорит, и пришли, сказали, можем мы его убрать в какое-то другое место? Он сказал, не трогайте, пусть там лежит. В Торе написано, «Коль невела лакелев ташлихун». «Невела, бросайте собакам». Он забирал долю собак. Сейчас они пришли взять свое. «Ашохет бехема». «Хая, он был, не раша был». «Ашохет бехема, хая ваофер, уяцамин, дам, кешерим». Теперь, однажды был у нас такой случай. Человек взял, зарезал животного, и он так зарезал аккуратно, что перерезал только пищевод и трахею. И ни одной венки не задел. Кошерное это животное или нет? Животное кошерное. Главное, по Торе перерезать пищевод и трахею. Но, говорит, Мишна Шохет, «Мемаха ява овелу яцамен дам кешерим, венехалим беядаем месуавод лефи шело ухшеру бедам». Раби Шимон умер, ухширу башхита. Теперь, говорит Мишна, и это мясо можно кушать даже не помытыми руками. Почему не помытыми руками? Мы с вами говорили, если помните, есть 7 жидкостей, которые подготавливают что-то для принятия нечистоты. Вода, масло, роса, что мы еще сказали? Молоко. Мед, молоко. Одна из них – кровь. О, так как он порезал и крови не вышло, то это мясо, даже человек с нечистыми руками, то есть без натиля дядай, может кушать, говорит Танакама, потому что она не была смочена, это масло не было смочено. И поэтому нечистоту не принимает, но это по мнению тех, которые кушают. Раби Шимон умер, ухшира бишхита. Раби Шимон говорит нет. Так как мы ее зарезали, и она уже стала пригодна для еды, она принимает нечистоту. И нужно делать, и нужно мыть руки. Теперь это говорит о тех людях тогда, которые после разрушения Бет-Амикдаша все равно все стояли, старались кушать в чистоте и святости. Шестая мишна. Ашохет это месукенет, Раби Шимон бен Гамлиэль омер, аче тваркез беяду варагель. Животное стало при смерти.
И позвали Чухайту, давайте, давайте, быстро приходите, чтобы она не умерла. Если умерла, все, она не вера, нельзя ее кушать, зарежьте. Человек зарезал такое животное. Кошерное оно или нет? Говорит Мишна, Рабан Шимон бен Гамель говорит, оно после резки должно было показать признаки жизни. То есть должно было дрыгаться. Поэтому как двигаться? И в руке, и в ноге. Так говорит Рабан Шимон бен Гамель. Раби Элиэзер умер, да я им зинка. Он говорит, если у нее кровь пошла напором, достаточно этого, то она еще была живая при резке. Да, и кроме этого, она иногда хочет вздох сделать. Вот если вот это движение было, кошерно. Амар бичимон, афашохет балайла, ульмаха, ришки умаца, кеталим, мелеим дам, кешера, ше зинка. Раби Шимон говорит, даже человек зарезал животное ночью, темно, и он не видел, двигалось оно или нет, а утром пришел и видит, что все стенки, место, где он зарезал, в крови, тогда, скорее всего, оно дрыгалось, барахталось, поэтому оно кошерное. Так говорит Раби Шимон. Ночью можно было резать, да? Да, но желательно, чтобы был свет. Умидат, ухмидат Раби Элиэзер. Умидат Раби Элиэзер. Это сказал Раби Шимон по мнению Раби Элиэзера, который сказал, что нужно достаточно, чтобы кровь пошла напором. Вахахамим умрим, ачи фаркес обеяд, оберагель. Хахамим говорят, нет, недостаточно, чтобы кровь пошла с напором. Нужно, чтобы оно дернуло или рукой, или ногой. О, ад, шет хашхеш бизнава. Или, чтобы оно повиляло хвостом после шхиты. И это относится и крупному рогатому скоту и к мелкому. Веймадака пшата яда вело ихзира песула. Если мелкий рогатый скот, барашки, козленки, после шхиты всего лишь открыли руку свою, это не считается, что они дрыгнулись. Это просто вышла душа. Эла шеэна эла хоцат нефеш бильвад. Ваме дварим амурим шайта бехаскад месукен. Дальше Аллаха объясняет, что для коров это считается. Ногу достаточно дергать в одну сторону, мелким нужно открыть и закрыть, или закрыть и открыть. То дальше говорит Мишна. Амед варим амурим, шайта бехескад месукенет, авалим айта бехескад бария, афилу энба афи микола симаним алалу кешера. Все это относится к животному, которое было при смерти. Тогда нужно проверять, дернулось оно перед смертью, дрыгалось оно после смерти или нет. Но если животное было здоровое, и его зарезали, и оно не дернулось, нет проблем, оно кошерное. Вот эти правила сейчас работают. Да. Седьмая мишна. Ашохет ла нох рич хитато кшера. Раби Элиэзер посел. Человек, который зарезал животное для гоя, шхита кошерная. Раби Элиэзер говорит, нет, пасуль не кошерная. Почему? Потому что если это животное было гоя, почему не кошерно? Потому что обычно гой режет это для идолопоклонства. У него такие мысли для водозара. Амар Раби Элиэзер афилу шехата шеюхала нохри мехацар кавет шела. Сула. Раби Элиэзер говорит, когда он зарезал это для игоя, игой всего лишь подумал поесть немного мяса. Какое мясо, которое находится на диафрагме? Там всего лишь ничего. Все равно это не кошерное животное. Пасуль. Шеста махашевет нохри ла водазара. Почему? Потому что обычные мысли гоя для идолопоклонства. Амар Раби Йосе кальвахомер адварим ума бемаком шамахшава поселет бамкудашим эн акол холех эла ахар хаовед маком шэн махшава поселет бахулин эн один шело е акол холех эла ахар ашохет. Он говорит так. Он говорит, понятно, когда режет корбанот в Бет-Амикдаш, если у коэна была неправильная мысль в течение одного из четырех действий, что там были за действия? Зарезать, собрать воду, поднести к жертвеннику и окропить. Если в течение одного из этих же действий мысли у коэна были неправильные, это пасуль. Он думал, покушать это после положенного времени или за пределами Бет-Амикдаша.
Вырубил все это, и здесь то же самое. Здесь всего лишь два действия. Одно, нужно его зарезать. Маком шен махшава посель теперь. Где это посель? Это там, где есть святые вещи. Там мысль, она делает это посуль непригодным. Маком шен махшава посель бехулин. А... Ну да, да, да. А говорит, а здесь, когда мы режем не святые вещи, там две вещи делают посуль, как мы сказали, шхита и мысли про авода зара. Поэтому он говорит, эно дин шелу е хаколь олех. Здесь тоже должен быть закон, что должны быть идти за хозяевами. Если гой хозяин, то у него мысль к авода зара. Поэтому он говорит, эла ахар хаувед, эла ахар ашухед. Он говорит, нет. Мысли должны пойти, это идет за шохетом. Как шохет думал? Не хозяин. Так говорит Раби Йосе. А? Что? Животное. Что для гоев? Для них тоже резали, да? Но не надо, он попросил зарезать для него. Восьмая мишна. А шохет лешем харим, лешем геваот, лешем ямим, лешем нехарот, лешем мидбарот. שניים שאוחזין בסכין, ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו, ואחד לשם דבר כשר, שקטתו פסולה. שלבי קטורי רשת ג'יבוטנה, ואימיה חלמוף, ואימיה מרי, ואימיה רק, ואימיה פוסטין. דה, כגבותה את האידל לדנימו, שחיטתו פסולה, את השחיטה נהיה כשרנה. נו, можно ее использовать. То есть все, что связано с авода за раз идолопоклонством, нельзя использовать. Но здесь можно это продать. Почему? Потому что эти предметы не становятся идолами. Они не могут быть идолами. Только он так считает, но они сами по себе не идолы. Шнаем охазим бесакин. Вешухатин. Два человека держатся за нож и режут. Один с правильными мыслями, другой с неправильными мыслями. Пасуль. Пасуль. Чехрету пасуль. Не подходит. Дальше. Когда объясняет эту мишну Рамбам, в каком случае, когда оба они являются партнерами в этом животном. Но если один партнер, а второй просто ему помогает порезать, тогда мысль того, кто режет. Дальше. Почему? Потому что если это не твоя вещь, по закону еврей не может это запретить. Девятая мишна. Эн шохатин ло летох ямим, ве ло летох нехарот, ве ло летох келим. Аваль шохет у летох уга. Шель маим. Человек, который режет, не имеет права резать животное прямо в реку, чтобы кровь стекала в реку. Или в море. Или в посуду. Иногда резали в тазик. Нельзя было резать в тазик воду. Нет. Ну там обычно бросали землю или еще что-то. Песок. Потом. Что? Потому что это показывает, что как будто ты делаешь для идола поклонства. Река или море идол. Или ты собираешь эту кровь потом для использования... для разных вещей неправильных. Но аваль шохед улетох уга шельмай. Но если есть вода, где она нечистая, мутная вода, можно туда зарезать. Усфина альгабехелим. Но он находится на пароходе и там хочет зарезать. И там есть у него какие-то определенные посуды. Он имеет право зарезать таким образом, что он резает в эту посуду. Или там есть у него доска, которая смотрит в море, то потом это кровь стекает по доске в море, нет проблем. Прямо в море нельзя резать. Дальше. Отчну. Да. Эн шохатин легума колика агабе келим. Дальше. Эн шохатин легума коликар. Как мы сказали, в яму, если там ничего нету, нельзя резать. Но имеет право человек зарезать подальше от ямы, чтобы вода, чтобы эта кровь потом стекла в эту яму. Но прямо в яму резать нельзя. Авал осе гума бетох бето, бишвильши и канес адам летохах. Мы сказали, но он может сделать яму, порезать в отдалении от нее, и потом, чтобы туда кровь стекла. Увашук ло ясехен, шело ехаке эт хаминин. Но на это можно сделать у себя во дворе, дома. Но на улице нельзя это делать. Чтобы вот эти вероотступники не разгорячились, чтобы они не подумали, что он тоже, как они, собирает кровь не для того, что надо. Дальше. Рабай сказал, на корабле что, можно воду сливать? Да. Не напрямую. Через тазик еще
Da. השוחט לשם קודשים שמנדים נדרים כמותם שכתו פסולה. שזה כששוחט קודשים בחוץ. שחד לשם קודשים שאינן באים בנדר ומדבר שכתתה קשורה. Говорит правило такое. Человек, который зарезал животных, которые можно принести как обещание или как клятву, такие курбанот, и он их зарезал, они стали пасуль. Но зарезал, потому что он режет святыни за пределами Бет-Амикдаша. Шахан лешем кодешим шеэнан баим де недер ундава. А если он зарезал же святых животных, которые не имеют статус подарочных, тогда, говорит Рамбам, его резко кошерно. Поэтому говорит Гмара здесь так. Десятая мишна. Ашохет лешем ола, лешем зевахим, лешем ашам, талуй, лешем песах, лешем тода, шехитато песула. Человек, который зарезал вне пределов Бет-Амикдаша, во имя жертвы всесожжения, во имя зевахим, шламим, то есть мирной жертвы, во имя провинной жертвы, во имя пасхальной жертвы, во имя жертвы благодарности, его шхита пасуль. Потому что он зарезал святые вещи за пределами Бет-Амикдаша. Потому что все это человек может дать как недава. Это не обязательный курбанот. Он может это пожертвовать от себя. Дальше говорит Мишна. Шнай мухазим бисак вераби шимон махшир. Раби Шимон, теперь, от чего мы боимся? Говорит здесь, объясняет здесь Мишна Резель так. Доколе луа боим минава шамтелуидам ате. Люди могут увидеть и сказать, а, значит, можно это резать за пределами Бет-Амикдаша. И могут научиться не приносить корбанот в Бет-Амикдаш. Раби Шимон махшир, Раби Шимон говорит, нет, кошерно, мы не боимся, мы не опасаемся, что люди неправильно поймут. Шнайм ухазим бесаким шухатин, эхад лешем эхад, миколь элу, эхад лешем давар кошер, шхитато псула. Двое держатся за нож и режут животное. Один для того просто зарезать, а второй как корбан. Ола и так далее. Пасуль, это животное непригодно. Дальше говорит Мишна. Ашохет лешем хатад, лешем ашам вадай, лешем бехо, лешем маасе, лешем темура, шехитато кешера. Если он зарезал животных во имя искупительной жертвы хатад, во имя провинной жертвы, стопроцентной ашам, во имя первенца животного, во имя десятины, во имя одно, было одно животное, он взял его, поменял на другое, шехитато кешера. Это будет животное кошерное, потому что эти животные, они обязанные курбанот, обязательный курбанот. И кто увидит, не подумает, что, а, можно так делать, поэтому его резко кошерное. Говорит дальше Мишна так. Зе аклад, коль давар шенидар винидава шохед лишмо асур. Любой курбан, который можно принести от себя, не обязательно, что он обязательный курбан, человек, который зарезал его вне пределов храма, это пасуль, асур, нельзя его резать. Мужчина не дар, а шохет лишмо кашер. А тот, кто, корбан, который не приносится, как подарочный, а обязательный, тогда его резко кашерно. Дальше. Это мы закончим с вами мишнаю на сегодня. Каких животных считают статус подарочных? Вот мы же перечислили с вами. Жертва всесожжения, жертва шлами, вот эти все жертвы ашам, они подарочные. А, не поэтому, да, что это баран. Нет, какой вид курбана? То Гмара называется трактат Хулин, лист 40, страница 2 говорит так. Написано в Яхискеле Анави так. Ва омар ага адонай элухим хине навши ло метумаа. Шело ирхарти байом лаволиде тума балайла. Говорит пророк так. Всевышний говорит, моя душа не загрязнилась. Как она могла загрязниться? Он говорит, я не думал о нечистых вещах днем, и поэтому я не осквернился ночью. То есть не было у него направленной потери семени. Почему он говорит? Потому что я держал свои мысли в чистоте днем. Он вела утрефало ахальти. Он говорит, и не вела и трефа я не ел. Шело ахальти бесар кос. И говорит также, я не резал, не ел мясо, животное, которое при смерти, и сказали, давай, режь. Как мы разобрали с вами в Мишне. Вело баби фи бесар пигуль. И говорит, в мои уста не попало мясо пигуль, то есть запрещенное мясо корбанот, которое зарезали неправильными мыслями, коэн. И шело ахальти ми бехема шехора бахахам. Он говорит, я также не кушал от животного, вопрос которого решил
хахам, то есть зарезали животное, и там вопрос, кошерное, не кошерное, да? И пришли к рабаю спросить, и рабай сказал, кошерное. Он говорит, я таких сомнительных животных не ел. Так говорит Нави. Мишум раби Натан амру, шело ахальти ими бема, шело ураму матнотея. Со слов раби Натана говорят, что он также говорит, я не ел животного, от которого не отдали необходимые части Когену. Что это за какие части? Как мы знаем, это правая рука, нижняя челюсть с языком и желудок, который нужно отдавать Когену. Раби Шара, Рава Шара Трефта Ветзаван Мина Бисра. Теперь Мара говорит, Рава. К нему пришли однажды животным с вопросом. Он сказал, думали, что это тареф, а он сказал, нет, это не тареф. И он купил от этого животного мясо тоже. Выходит, что он не сделал, как сделал этот пророк. Говорит Гмара, Амра ле батра хазда, ама аба шари буфра вело заван мине бисра. Его жена, которая была дочерью Равхазда, сказала, однажды вот так принесли первенца, и там был вопрос, есть у него порок, нет порока. Папа сказал, что у него есть порок, и можно его зарезать и есть, но сам он от этого мяса не кушал. А как ты кушаешь от этого мяса вопросительного? Амала анимили бухрада ашума миздабен. Он говорит, почему твой отец не взял? Потому что первенец, это он корбан. Поэтому он не взял оттуда. Аха, маткела мухах. Теперь другое объяснение, что это первенец, как мы сказали, чтобы не подумали, о, смотри, первенца мы сказали, нельзя резать за пределами этого мигдаша. А он зарезал, и он кушает его, чтобы так не подумали, поэтому он не взял от его мяса. Люди не знали, что этот первенец, они знали, что это животное первенец, но не знали, что у него есть порок, и можно его зарезать за пределы бета-мигдаша. Вот это сомнение не получилось, он поэтому не съел. Дальше говорит Гмара. Май ика мишум умца маалиута. Дальше. Май ика мишум умца маалиута. Холиума умца маалиута забнули. Что он говорит? Раба говорит, что они могут подумать? А, что мне дают хорошую часть мяса, хороший кусок. Каждый день мне дают хороший кусок мяса. Из-за почета, который мне оказывают. Амара Хазда, эзу Тальмитхахам, ару этрефале ацмо. Сказал Рав Хазда, кто считается Тальмитхахам? Тальмитхахам говорит, тот человек, который зарезал, и вопрос у него, это животное кошерное или нет, которому говорит, это тареф. Он для себя не облегчает закон, а устражает его. Почему? Потому что мы каждый хотим себя оправдать. А иногда вот бывало так, что мол кошерный, улида Брюспана Куштад, он кошерный, или там какое-то сомнение есть. А да, не они одни куштели домроми, броки, телефон. Да. Дигами доме броки, не имею еще хорда. Как быть? То это большой вопрос. Это большой вопрос, что если один сказал тареф, есть, которые говорят, что уже все. Есть, которые говорят, что уже нельзя. Потому что он уже постановил. То есть спор. Если он сам не знает, уже другой вопрос. Дальше. Почему, если он сам не знает, другой? Почему? Потому что, возможно, когда второй пришел, он не заметил того, что увидел первый. Но если он знать не знает, то тогда это уже другой. Дальше говорит. Поэтому человек, который не знает, как мы сказали, человек, который появился пятна на его стенах, он не проходил, он не говорил, пятна проказы появились на моей стене. Нет. Как пятна проказы? Или пятна, похожие на пятна проказы, появились на моей стене? Не давай определения. Не решай вопрос, не режь. Поэтому говорит Давар дальше. Амаров хазда, эзеу тальмит хахам, ару этере фалиацму. Как мы сказали, кто тальмит хахам, который видит, что здесь сомнения, можно разрешить и можно запретить, он говорит тареф. Амаров хазда изу соне матаноди хье зяро этерефале ацмо.
Шломо в Мишле говорит, человек, который ненавидит подарки, будет жить. Кто такой? Он говорит, опять, человек, который, вот такое сомнение у него в животе. Его животное зарезали, и там сомнение, кошер или нет, он говорит, над кошер. Значит, не принимаешь подарки, да? Да. דרש מרזוטרא משמי דרב חסדא, כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים. רב זוטרא сказал, кто это תלמיד חכם? Человек, который изучал Тору и повторял ее, письменную Тору и Мишну. И потом, когда он, ему зарезали животное, и он увидел, что оно может быть трефа, а может нет, он все и запретил его, тогда он талмид хахам. עליו הכתוב אומר, פרניהו נפיס נפתי אלימי, יגיע כפך כי תאכל, אשריך וטוב לך. גברית שלמה המלך, דוד, גברית דוד המלך תק. יגיע כפך כי תאכל. איז טרודוב סווייך רוק תיבוש יסט. אשריך וטוב לך. חבלה ציבה, סלבה ציבה, אי ציבה חרשו. גברית גמרא. Что это значит? Ты кушаешь из дел своих рук, ты не желаешь чего-то чужого, ты не завидуешь. Итак, он говорит, «Декиван, де альшело эно хомед, коль шекен ве эно хомед, бешелахерим лигнов мирзор». И Ашрехал это Ола, он, у него вопрос, кошерный или нет, он говорит, окей, пусть будет не кошерный, то тем более он не завидует и не будет воровать и грабить у других. Рав Завин Амар, Зохе Венохель Шне Оламо, да Олам Азе Волам Аба. Рав Завин говорит, такой человек, который не любит подарки, он получит два мира. И этот мир заслуживает, и будущий мир. Ашреха Ба Олам Азе, хвала тебе в этом мире, ветов лах ла Олам Аба, и хорошо тебе будет в будущем мире. Раби Элазар, Кихаву, Мешадреле, Мибенеси Амиде Лошакил. Говорит, рассказывает Гмара так. Раби Элазар, когда ему посылали подарки, а из дома президента еврейского народа, он их не принимал. Потому что Давид Амелех сказал, подарки не принимайте. Вехиабу мезамнеле ла азиль. А когда его приглашали покушать у них, он не ходил. Амала кабаймар дэхэк дихтив весоне матанот ихье. Когда они его спрашивают, почему ты не приходишь, он говорит, что вы не хотите, чтобы я долго жил. Что сказал Давид Амелех? Тот, кто не любит подарки, будет жить. Раби Зейра, когда ему подавали подарки, тоже из дома президента еврейского народа, он не принимал. Но когда его приглашали в дом к нему на трапезу, он шел. Почему он шел? Раби Лезер не шел, а он шел. Амар итьякурегу демитьякеруби. Он говорит так. Так как они меня пригласили, моим присутствием у них больше почет в моем присутствии. То есть у них наслаждение от моего присутствия больше, чем у меня. Поэтому это они мне не сделали, не дают подарки, что я туда пришел. Это наоборот им хорошо, что я туда пришел. И вопрос, если вы заметите, когда мы делаем киньян, или... Это не гавайи. Почему? Потому что он получает наслаждение от этого, от его присутствия. Человеку приятно, как мы сказали. Человек, даже человек может так жениться. Человек, который дал девушке что-то неценное, и она приняла от него, или наоборот, Гмара говорит. Обычно парень должен дать что-то девушке, чтобы ее осветить себе, правильно? Монету или кольцо. А если девушка дала что-то человеку, и он это взял, она замужняя или нет? Говорит Гмара, если это важный человек, и тем, что он принял этот подарок от нее, она получает от этого возвышение, пользу, тогда она считается освященной. Возможно. Тем, что он принимает подарок, это он ей делает подарок тем, что он это принял. И то, кто же сказал здесь Раби Зейра, то, что я иду к ним, это для них почет и подарок. Не они мне подарок дают, а я им делаю подарок, присутствуя на их трапезе. Это был почет наших мудрецов. Мужчина женщине не дарит, женщина
Еще раз. Я, Гмара говорит так, человек, чтобы обручить женщину, он должен ей что-то подарить. Сказать, вот это тебе, аре адмекудешедли, ты мне посвящайся вот этим. Да, но если наоборот, поэтому говорим, на Пури мы подарки не посылаем мужчине и женщинам, а женщинам мужчине. А здесь девушка увидела важного человека, и он ей понравился, и она ему понравилась, у него ничего нет, она ему дает что-то, дает ему золотые часы. И он это принимает от нее, то, возможно, она обручает. То мы сейчас закон это не проходим, но просто идея в том, что не всегда тот, кто получает подарок, он получил подарок. Очень часто бывает тем, что он принял подарок, и он важный человек, он этим оказал почет другому. Амин.